в дополнение к тому... Таравих совершается только в месяце Рамадан. Там говорится о том, чтобы наверное, что им тоже, чем больше думают. Так? И когда выходить. То есть оставить страдания, чтобы это почувствовали другие мужчины. Ту же мечеть, в которую посещают мужчины. Домашний канал показывает, он сделал замечание. Мы там волим, хотим. Описывает силуэт вашего тела. Духи, потому что и в саллаллаху алейхи ва саллям смыло эти благовония, иначе Аллах кругами, когда мы выходим из дома, мама даже так сказал, ну, девушка, он знал, на что надо давить, кто из нас хоть не и очень симпатичные, очень красивые. Аромат, который до них доносится, он они поздороваются, спросят, как дела. С ними. Не говори же, не получается. Сподвижность пророка, алейхиссаляту вассалям. Я знаю, что ты любишь читать нам. Молитва дома в самой отдаленной части своей комнаты. Достаточно. В мечеть можно идти в каком нам посещать мечеть. Люди, которые не только на намаз приходят. Когда она выходит из дома, делает ее лучше нам оставаться и дома со своим
не ходили. Это и Али. Для того, чтобы основываться на этих словах Божьих. На имама пойти, то на канале домашнего. Ну, вот такое маленькое. Из дома. Вот причина только для о женщины. Лучше и украсится, а не выйдут. Как же нам прайс стремятся не потому, что там хорошо. О Аллах, цель моя. Местом тех рабов, которым он давал. В сельхозакадемии работает. Прийти вот так послушать, посмотреть на ваши. Девушек, что-то для себя новое.